Здравствуйте. Всем привет, кто добавился. Спасибо. Приятно. Как ваши дела? Привет, Женечка. Привет, привет. Аленка, привет. Леончик. Наверное, поздно захожу в прямой эфир, что вас так мало. Никак. Печаль, беда. Дружим. Только дружим. Дальше все сами увидите. Вон Розочка сидит. Смешная в маске. Вон там Мэйс ходит где-то. Я лежу. Ефременко пошла домой. Только что. Все по своим делам, короче. Как дела? Дела нормально, хорошо. Нет. Привет. О, Расте Рич, привет. А ну-ка, блин, надо маме позвонить. Так, ребят, сейчас так много смотрит. Типа там, покажи Иру с Захаром. О, Ира там где-то он с Майей сидит, а Захар, короче, где-то на новой вилле. Ладно, иди туда, красотка. Спасибо. Они, короче, поразбередались, мы все всегда расходим. О, Оксанчик, привет, зайка, как ты там? Как твои дела? Ну что ты, звезда? Все люди клюют, Эспер, звезда. Да, очень устала, представьте, уже второй месяц пошел на дом 2. Спим по 3 часа. О, у нас есть тут собака такая классная, знаешь. Короче, спим по 3 часа, съемки с 10 до 12. Мэйс, слышишь, что это? Подойти нельзя. Да, и очень, короче, мы устаем, потому что реально здесь нереально находиться вообще. Нет, Валера, несмотря на... Привет. Да. Где ты работаешь, Ростик? А что за... Он цешек, видите? Пьет воду с бассейна, дурачок. Рассказала то, что ты цешек. Сказала, что скучаю, говорит, как полетели к ней. Кому это ты рассказала? Прикалывалась, говорю. Мне друзья. Так а тут на Сейшелах я сегодня... На байдарке мы плавали на другой остров, и, короче, мы были вертолетную площадку увидели, да, в паре. И, короче, это, как оно называется, я говорю, блин, знакомые, говорю, есть вертолетики, могут прилететь. Прилетай, Оксан, буду рада тебя видеть на острове. У нас, кстати, туристы часто приходят, и прилетают, и вертолеты летают. Прям на отдельно маленьком острове. Ну, тут много островов, а мы типа отдельно остров, и тут локация дома 2. Привет, привет. Задавайте вопросы, буду отвечать. Что-то может интересно. Да. Ну, не шпарит. Ребятки, у вас интернет закончится через 5 минут. Даже чуть меньше осталось. Все, всем пока. Потому что уже надо идти. Всех люблю, целую, ваша Леночка. Доброта и простота всегда побеждают.